именно 12-го поступали нам солдаты, трое бойцов, смена с разными ранениями. Один из них Роман, он сам из Донецкой области. Он с тяжелым ожогом лица, с ранениями рук, ног. И в тяжелом состоянии был оставлен в политравме в больнице Меч. Удалось выручить одну. А вторая сидела глубже. Получается, что большой взрыв был, да? Это противотанковая, простите, да? Нет, если бы было противотанковая, я с вами бы не общался. Прошу вас, антисептик. Хорошо.